Всем доброго утра. Сегодня у нас 31 марта, 10 часов утра. Уже на улице у нас плюс 15. Сегодня ветра нет, у нас тихо. Вчера хотел опрыскать деревья от вредителей, но был ветер и было холодно. Сегодня потепление у нас. Вот такие вот у нас сидираты растут. Сейчас их надо будет перемешать с грунтом, пускай гниют, перерабатываются. Вот на абрикосе уже почечки. На малине листочки появляются. Летают пчелки. Уже и бабочки, все улетело. Вот такие уже листочки на малине. Вот они. Уже пора опрыскивать. Уже тянуть некуда. Это первый раз я буду опрыскать, второй раз перед цветением от вредителей. Оля у меня уехала за древесным углем. Там жгли деревья и очень много древесного угля осталось. Ну, она сейчас наберет мешки и привезет. Ну а я буду начинать разводить химикаты. Сейчас я вам покажу, какими я пользуюсь постоянно. А она еще съездила в светофор и купила вот такой вот универсальный плодовый грунт, плодородный грунт. Вот он в светофоре продается, 60 литров. Для всех видов растений. И в мешках у нас еще с того года осталось рассеянный перегной. Здесь вот она удобряет с грибницами. Купили грибницы в мешках. Вот она их рассыпает. Пользуюсь я вот таким вот химикатом. Вот. B58 новый. Он 5 мл. Разводится для яблонь от 3 до 5 литров. Для винограда от 2 до 4. Но я отберу 3 упаковочки и развожу. У меня опрыскивает на 12 литров. И развожу вот эти 3 ампулы на 12 литров. Вот такого цвета там ампула. Это я воду приготовил. Сейчас разведу. Так, сейчас по низу пройду вот такой вот удочкой. Сначала коротенькой. А потом уже верхушки деревьев вот такой вот длинной удочкой. В одном из видео я показывал, как я это все делаю. Ну все. Сейчас покажу, как я опрыскиваю. Одел опрыскиватель себе на плечи. И вот все. Вот так вот я опрыскиваю от вредителей. Потом вверх я буду опрыскать длинной удочкой. Просто и легко. Это хороший опрыскиватель. На аккумуляторе. Не надо качать. Очень легко. Крыжовник. Ну все. Сейчас пойду большие деревья опрыскивать. Приехала Оля. Золы древесные она не набрала. Говорит, там еще горячее все. Оля, поздоровайтесь с подписчиками. Привет всем. Зато розу привезла. Вот она, розу. Покажи, какая. Выкопала. Там строители строят дом новый. Вот такая. Купили они. Обалденно. Участок.
И они сейчас там все выкапывают, ну, чтобы фундамент заливать. Да. И вот он такой. Они все выбрасывают сюда. Да, там, они... кстати, есть эти шлакоблок, это дом разбирают, кому надо, бесплатно. Еще сегодня нам привезут грецкий орех. Сейчас бочки привезут. Прямо экскаватор нам ямку возле дома копнет, и да, туда уже большой грецкий. Завтра привезут. Завтра? Да-да. Прям большой грецкий орех. Что там смотришь? Еще общаешься с Сургута, да, человек? Да. Даже. Второй мужчина хочет купить. Да, второй, говорит, мужчина хочет купить участок, ходит сейчас ищет. Приехал, видно, в отпуск. Нет, нет, он не в отпуск, он дома сидит. Дома он? А это Наталья из Сургута другая. Ну вот и говорит, где посмотреть, как строят, как что. Но мы будем объяснять все, как строят, где все будут участки. Все равно у людей нету доверия к застройщикам. Да. Потому что некоторые застройщики, сейчас вот я проехала, там строят. Некоторые застройщики, это, короче, они строят так. Поверху так чуть-чуть вот так налили, и у них стоят эти, как называют эти, железки? Арматура. Арматура. Арматура причем вот так закапана, вот так чуть-чуть. Ее прям просто вытаскиваешь, а потом они скажут, что у них ленточный это, фундамент. А это будет просто до земли будет фундамент стоять. Порвуха вообще конкретно. И уже стоят дома, причем эти дома. И когда купишь, ты уже не узнаешь. Да, потом они тебе скажут. Да, они скажут, фундамент, земле. А там прям вот над землей залили железки, просто в землю воткнутые. Так что доверяй, но проверяй. Да. Мы этих людей уже знаем, да? У кого дом покупали. Ну все. Наши. Пойдем заниматься огородом. Да-да-да. Вот решили замочить розу в бетономешалке. Она в ведро не залазит у нас. Вот я мы сюда воды нальем. Иголки. И Оля еще мне воткнула вот эти шипы в голову. Массаж. Взяла и мне воткнула. Ну я случайно. Ну да. Массаж. Массаж. Шлангу надо взять, Оль. Да ладно. Надо похудеть. Да. Смотри. Как хорошо на улице. Посмотри цветы. Тепло. Посмотри. Где? Цветы. Какие? Нет, тут цветы. Вон, смотри. А, ну я... Вот. Вон зацветает. Ягодки, да, будут. Это просто для эксперимента посадили. Настя первые. Первые ягодки. Да, их можно вон закрыть, это, и они завтра же будут у тебя это. Вон. Кстати. Скорее бы эту грязь убрать. И опять как в том году будет красота цвести. Вау! Готовим грядочку под посадку редисочки. Переворачиваем сидираты, которые у нас выросли. Оля переворачивает. Оля у нас переворачивает их. Вася режиссер. Оператор. Папарацци. Вот так смотрите, как это мы делаем. А я пойду сейчас делать маркер для посадки редиски. Маркер называется. Для посадки редиски. Тыкалка. Ну, тыкалочка в народе. А так она маркер. Завтра покажу. Какое я сделал. И завтра уже, наверное, будем садить редиску, да? Да. Сейчас уже люди в теплице-то уже все на них. У нас, кстати, да, она приносила уже редиску. Очень вкусная. Ну, у нас вот эта такая погода в этом году неустойчивая. Из-за этого мы запоздали с посадкой редиски. Ой, там да мы немножко посадим вот здесь на грядке. Нам и все. Соседи приносят, нам мы не знаем, не горит. Ну, а потом уже будем огурчики садить, как будет на улице. Тоже нам соседка в теплице принесет, Танечка. Как на улице будет плюс 15, все, мы будем огурцы садить. Ну, все. Вот покаталась, теперь на грядках она. Видишь, как экскаватор. Вон что она натворила. А я пойду сейчас для этого делать. Садить редиску. И не могу дойти никак.
и ветер, и непогода, ничего ей ни почем. Она даже в дождь может вот так работать. Смотрите, пришла в гости. Вот сейчас будем что готовить. Белый амур. О, блин, сколько килограмм. Супер. А может быть, наши пацаны строители. А может быть толстолобик. Не, ну интернет сказал, что белый амур. Здесь у мальчишек есть повар, Рома зовут. Сейчас Рома нам приготовит супер-пупер угощение.